Всем привет! Распаковываем так большую довольно посылочку с AliExpress. Посмотрим, что здесь. Так, упаковано в коробку. Так, это штатив у нас. Небольшой штатив. Коробка немножечко примялась. Так, здесь ничего нету. Здесь еще кулечек. И еще идет в комплекте, как видите, чехольчик. Это всегда приятно. Ссылочку оставлю на продавца, как видите. Хорошая упаковка. На коробке вот показано 65 сантиметров в разложенном, 29 в сложенном. Так. Такой штативчик небольшой. Здесь голова фиксируется, зажимается здесь. Так, и естественно раскладываются вот так ноги. Ну, в принципе, хорошее качество, довольно жестко, плотно работают фиксаторы. Вот его максимальная высота. Он небольшой. Где-то 60 сантиметров. Сейчас замерим. Так, смотрим. Высота 66 сантиметров. Такой небольшой, складной, удобный для съемок, таких небольших, домашних, очень даже подойдет. Снимать распаковки я тоже снимаю на таких штативах, потому что стоит он недорого, занимает мало места. Ну а самое главное — это цена. Так, около 30 сантиметров он в сложенном состоянии. Также здесь есть уровень для того, чтобы выставить ваш фотоаппарат. Ну, естественно, вот здесь прикручивается на штатив любая техника. Крепление для телефона или сам фотоаппарат. В принципе, хорошая, неплохая вещь. Вот такая была сегодня распаковочка. Спасибо всем за внимание, за просмотр. Если вас заинтересовало, переходите по ссылочке. Все, пока-пока.